І у нас вже в студії є пані Тетяна. Вітаємо вас. Добрий день. Добрий день. Ну, ця зима нам приносить купу сюрпризів. Головний сюрприз – це погода. Вона настільки часто міняється, що іноді не знаєш, там, у що вбратися, як за собою стежити. Зокрема, наша шкіра, наскільки вона чутлива до погодних умов і як про неї дбати, і які проблеми в неї можуть виникати в такий період? Ну, на самом деле, зима является самым стрессовым периодом для кожи лица и кожи тела, потому что что дома, что на улице, ее поджидает, ну, в общем-то, масса сюрпризов, потому что самое главное – это смена температуры резкая, потому что в помещениях, как правило, сухо, жарко, да, воздух, помещение мало проветриваемое, то есть недостаток кислорода. И потом, когда резкий идет выход на улицу, и если, не дай бог, еще там действительно минус там, 5, минус 7, а то и минус 15, да, то кожа испытывает очень большой стресс, потому что первое – это сужение сосудов на лице, что приводит к тому, что нарушается кровообращение, и кожа получает мало питания, да, и кислорода, и питательных веществ. И естественно, это приводит к тому, что кожа со временем, да, вот к концу особенно замечали, да, к весне кожа тусклая, серая, вот оттенок такой, да, ну, мало то, что бледная, да. Я думала, она требует отдыха, поездки куда-то за границу. Не, ну, это, конечно, это однозначно, да, причем желательно каждые выходные. Вот, но на самом деле второй вариант того, что если неправильно ухаживать за кожей, да, утром, вот при выходе, да, из дома на улицу, и наносить неправильные защитные средства, то тогда еще возможно, вот, допустим, если женщина использует увлажняющий крем прямо перед выходом, то вот эта водичка, которая содержится в креме, она замерзает, превращает в такие маленькие микрокристаллики льда, и они мацерируют кожу. То есть, мало того, мы еще травмируем кожу. А как правильно это делать? Ну, правильно, во-первых, утром, если уже, ну, необходимость есть в увлажняющем креме, да, не в защитном, а именно в увлажняющем. Допустим, кожа очень сухая, да, то тогда надо за час до выхода. Однозначно это время должно быть выдержано. Желательно сверху увлажняющего крема нанести очень хорошо тональные крема защищают кожу, они создают такую пленку защитную. Если еще припудрить, то будет вообще идеально. А если, например, вот есть такие женщины, которые приходят очень рано на работу и предпочитают накраситься уже на рабочем месте, там, чтобы прийти вовремя, уже после если холода. Ей комфортно выйти на улицу без и не думать о том, что я защищаю кожу, да, ну, пожалуйста, это уже как бы ее. Но желательно, конечно, чтобы кожа была защищена как бы обязательно, да, со средствами, которые защищают вот этот липидный барьер. Но ведь что вода все равно по утрам нужна. Вот у нас в программе наша коллега узнала о том, что нужно умываться по утрам обязательно, и водичка должна быть у нас еще подготовленная. Ну да, однозначно, дистиллированная, кипяченая, обязательно, чтобы она через фильтр была пропущена. Вот. Но опять же, мы же не делаем это прямо перед выходом. Это желательно делать, конечно, заблаговременно, однозначно. И потом а только водичкой можно умывать лицо или что-то есть более полезное для утра? Ну, конечно, смотрите, все типы кожи делятся сухая, нормальная, комбинированная, жирная. В зависимости от того, какой тип кожи, тут еще, смотрите, какой вопрос. Летом кожа может быть жирной, но при переходе в другой температурный режим, да, холодовой, вот зима, кожа меняет свою жирность, потому что сальные железы, они не так вырабатывают кожное сало во время холода. И она может превращаться в нормальную. Нормальную, естественно, да, в сухую. И поэтому, однозначно, те средства, которые женщина использует летом, осенью, они не подходят иногда для того, чтобы их использовать зимой. Поэтому нужно, конечно, или самой подбирать, или обратиться там, к врачу-косметологу. Но должна быть, ну, совершенно другая косметика. И поэтому, если кожа сухая, это однозначно только ни в коем случае не мыло. Это только кремообразные вот средства для умывания. Если жирная, это пенка или гель. Сухая только молочко. И поэтому однозначно, то есть можно комбинировать, если она комбинирована, да, жирную кожу мы там гелем умываем. То есть мы пенкой. Один день одним, другой день другим? Нет, или нет, все мы просто комбинируем. Да, комбинируем. Но если сухая, то однозначно молочко для снятия макияжа, да, обязательно водичка, которая должна быть кипяченая, мягкая, иначе можно вот кожу как бы, ну, привести в сухость и шелушение. А насколько помогают увлажнители, например, воздуха для того, чтобы кожа была лучше? Помогают это? Помогают, или конечно, потому что, ну, однозначно, если сухое помещение, особенно используя кондиционеров, вот, или обогреватели, то надо увлажнять. Это полезно, поверьте, и для кожи, и для иммунитета местного вот, слизистой оболочка носа. Ну, это все взаимосвязано. С утром, в принципе, понятно, ну, то есть, как готовить кожу по утрам, но, грубо говоря, вечером. Можно ли с вечера ее подготовить? Однозначно, за ночь женщина, когда лежит на подушке, поры ее забиваются. Поэтому утром она должна встать, пойти в ванну, умыться и очистить кожу
повторно. Как хорошо быть мужчиной в этом случае. Нет, мужчина это касается, между прочим, то же самое. Мы ничем не отличаемся, не между прочим. Не повезло, Саша. Да. Вот. Еще очень важно по поводу того, что после умывания желательно использовать тоник. И тоники тоже делятся. Вот тоники, которые тоже сужают поры. Кожи, да, там с васильком, допустим, при жирной коже. Или тоники с ромашечкой для сухой кожи. Потому что мы должны кожу немножко, знаете, вот взбадривать. Да? Мы же утром там кто-то кофе, кто-то чай. Да? А вот коже нужен тоник. Поэтому про это тоже не надо забывать. Сейчас очень полезный советчик для всех, иногда не очень полезный, это интернет, естественно. И есть очень много такой спорной информации, например, относительно скрабов. Потому что одни пишут, что ни в коем случае зимой, другие, кто-то, пишут о том, что очень даже неплохо. Вот что бы вы сказали? Ну, честно говоря, я в зимний период времени, я не рекомендую своим пациентам использовать скрабы. Есть такое понятие, как гамаш, это более мягкое средство для такое, оно как гелеобразное, и я его... нужно очень мягко скатывать. То есть мы наносим и просто аккуратненько снимаем вот этот эпидермис, который нужно отшелушить, который дает вот этот нездоровый вид кожи. Но скраб – это травматизация. Она достаточно стресса, в общем-то, и травма от холода, ветра, от того, что, кстати, между прочим, шарфики мы любим одеть, да, закрыться. Да. А шарфик, между прочим, тоже не есть хорошо, потому что мы вышим в шарфик, влага испаряется, опять же попадает, превращается в лед. Мало этого, приходят пациенты с дерматитом вот этих зон, потому что... Шарфики иногда бывают такие колючие. Приходится лечиться от другого уже. Да, да, да. Приходится лечиться от другого, поэтому лучше вот при выходе из теплого помещения в холод лучше просто прикрыть на пару секунд ладошечками лицо. Этого будет достаточно для того, чтобы произошла акклиматизация, да, кожа. И адаптировалась кожа. Но желательно вот не делать, да, вот таких вещей, как с шарфиками, чтобы только глазки не смотрели. И, ну, тоже очень такой важный момент, это домашние условия, то есть там у занятых бизнес-людей, у них очень часто, ну, просто нет возможности там как-то там, может быть, сходить в салон лишний раз, да, и как можно дома помочь себе вот в этом случае? Кстати, легче найти время поставить себе в план сходить в салон, чем занятому делать человеку маску, сделать видимо. Эту маску дома, на самом деле, это уже проверено. Но в домашних условиях, опять же, нужно понимать, маски есть профессиональные, да, которые можно прийти, там, вот, облегчить себе жизнь, прийти, посоветоваться с доктором, да, он подберет, расскажет, как, когда там. Но обязательно с доктором, не советоваться. Нет, можно с косметологом посоветоваться в гугле, ну, вы понимаете, да, лучше с доктором. Вот, и второй вариант, это дома самому, если есть время, да, желание, натхнение, да. То есть, опять же, нужно понимать ингредиенты. Если сухая кожа, что у нас? Сметана. Желточек, мед, кефирчик, да, допустим. Ну, сухая кожа, ну, вот я вам сказала, а про жирную кожу, то, конечно, там используются совершенно другие уже ингредиенты. Поэтому тут четко надо понимать, что кому идет. А детские крема? Если их использовать. Отлично. Нет, только по для опыту детей. Двоих, да, мать двоих детей прекрасно работают на детях. Замечательно. Ну и на мужчинах, видимо, потому что это очень экономит и время, и деньги. До поры времени, да. Да, а потом уже, правда. А потом, правда, они приходят и существует косметика для мужчин. Идеальная, кстати. Начиная от умывания, заканчивая кремом под глаза, от морщин, от отеков, от мешков под глазами. От всего. Поэтому главное мужчине заниматься этим, да, и захотеть. Или иметь рядом правильную женщину, которая ему расскажет, да, что вот, милый, пора бы, да, кремушек. Насколько универсальна косметика для мужчины и женщины может быть? То есть, может ли муж одолжить у жены, например, какой-нибудь крем? Может, почему бы нет. Ну, почему бы нет. Есть прекрасная вот натуральная косметика на эфирных маслах. Она не подразделяется на мужскую и на женскую. И мне она очень нравится, потому что, во-первых, зимой, конечно, кстати, еще по поводу вот зимой не хватает витамина D. Потому что у нас, как правило, люди не привыкли гулять по холоду, да, и под солнышком гуляют мало. Ну, кто-то ходит там в солярий, да, но вот это тоже не вариант. Поэтому вот эта натуральная косметика, она еще повышает настроение, потому что там эфирные масла, вот они же воздействуют, да, очень хорошо. Поэтому вот я, допустим, с утра, я безумно люблю использовать косметику на эфирных маслах. Ну, вот у меня, кстати, между прочим, так ее и смотрю, да. Спасибо вам большое, приятно было пообщаться и спасибо. Очень полезные советы, как мне кажется, спасибо, хотя я мужчина. Я думаю, после нашей передачи вы, да, задумываетесь. Спасибо большое. Пожалуйста. До свидания.